Ай, всем привет, дорогие друзья, с вами Сова Ромаха. Сегодня решил зайти. Очень странная игра, называется Gods and Glory. Ну, в общем, нас ждет много-много испытаний. Не знаю, что нам предстоит, но хотел сегодня посмотреть. Если понравится, то будем еще смотреть. А меня спросили, почему не стримом, и вообще был ли стрим? Нет, не стримом, просто решил так на записи. Что-то запустилось. Короче, нам надо будет... Идея в чем? Пройти от точки А к точке Б. Я немножко... Короче, ладно, не буду объясняться. Ага. Ехай на стрелочке. Окей. Так, а вперед-назад. Вот это и это, да? Это было достаточно простое задание, хоть я его исполняю, как всегда. Видали? Так, следующий трек. Короче, это очень странная игра. Ага. Ну давай, с сыной. Чё б сына не покататься-то? Так. А как ускоряться? Хотя, наверное, это не обязательно в этой игре. А, кстати, играется она достаточно спокойно. Как видите, никакого напряга нету. Просто куда-то едем. Просто курсор на экране. Кстати, лайт. Никаких сложностей. Ну, такой, типа, мануал, скажем так. Усина едет с нами. Все хорошо, вроде бы. У нас тут даже личный рекорд есть какой-то. Ага. Блядь. Ладно, я пытался удержаться, но... Мне в бок нахуярило. Ладно. А, в общем... Я как... Ну, как хороший отец, я сделал очень такую вещь. Ну, сын, в общем-то, не доехал до финиша. Ой, что я так ржу? Давай вот это. Нет, давай еще раз. Это с детьми весело. Какое-то ускорение можно было. Знаете, когда прогулка по лесу становится немножко интересней. Не, могло бы быть и хуже, мне кажется. Но... Я же заботливый отец. Типа... Блин, опять курсор. Так, сына, погоди. Не-не-не, сын должен доехать до конца, мы... Мина, блядь. Я не сразу заметил, на самом деле. Вот. Очень странная игра, честно сказать. Очень. Я бы сказал, чрезвычайно странная игра. А, финиш, вот. Все, мы с вами молодцы. Ницца. Там звуки очень странные. Мне нравится, что вот здесь обыгрывается такая лайт. Легкая атмосфера какого-то дикого слабоумия. Давайте вот это попробуем. Джек и Джилл. Поехали. Иди, иди. Во, все нормально. За счет того, что я низенький. За счет того, что я низенький, короче, эти штуки мне не режут. Вот, мы с маленькой... позднее время. Вот. Наверное, мне не стоит шуметь. А я пытаюсь тут
поржать, но это не получается. Я плюс еще, ну, кашель и немного болею. Это получается какой-то пиздец. В легкой степени. Блин, опять курсор остался. Да, ебать. Потерпите, пожалуйста, немножко с курсором. Тут трагедия личная случилась. Да ей неудобно. Можете не писать потом в комментариях, что я плохой брат. Все нормально. Главное, что сестра приехала. Так. Следующий. Я, короче, что-то угарнул. О, варианты есть. Давай Зои. А, не-не-не, мы же можем вроде опускать. Зои. Блин, слишком быстрый транспорт. На велосипеде было проще, он медленный. И экспериментировать проще было. Во. Но она не умрет же. Ее же что может убить? Это же скорость. Форсаж почти. Там какие-то подсказки есть, но... Как всегда, их не читаю. Молодцы, типа не с первой попытки, но мы делаем дело. А, только с той стороны. Можно на козлах вставать. Очень-очень странная игра, честно скажу. Она, по-моему, как-то ход... Не, просто или Wheels называлась раньше. Но там была простая модель, грубо говоря, в одной проекции. А сейчас она появилась вот такой 3D. Ну, и как появилась? Она уже была, но просто только я ее сейчас заметил. Решил посмотреть и, короче, с вами поделиться своими впечатлениями. Стримить это, я думаю, невозможно, в связи с тем, что это какая-то лютая садомия непонятная. Ну, пока я делаю простые действия. Просто катаюсь. У нас тут... О, я молодец, сделал. Сразу две точки. Уверен, что кто-то это делал лучше, чем я, но... Я извиняюсь. Такого дерьма я, к сожалению, не ожидал. Надо аккуратно туда. По-моему, это будет непросто квиз. А если на скорости? Ну, на скорости мы явно туда не запрыгнем. А как туда запрыгнет? Блять, это будет долгий вечер. А ты как-то так... АД, да? Ну, тоже неплохой вариант. По идее, можем... Аккуратненько тут заскуерить, получается, как это лютый пиздец. Я горжусь собой. Это один из вариантов, где мы можем поиграть. Вот, то есть там есть разные локации, разные сложности. Давай сына опять возьмем. Главное, знаете, легкая ламповая атмосфера. Без мятежности. Просто сын и отец просто гуляют. Что может быть лучше? Нравится, на какой лайтовой атмосфере все это задается. О, все, смотри, это было изи. Я на 11 тысяч месяцев. Курсор почему-то в соседнюю сторону все время бегает, но я буду стараться его туда. Давай еще раз. Вы меня простите, но я вот просто с курсором есть такой косяк, что я, к сожалению, иногда забываю про него. Без обид, пожалуйста. Слушай, а можно как-то ускоряться? Не стоит нажимать. А, это... Я просто кнопки смотрю.
Вот, точно, смотри, шифтуху нажимаешь, и ты быстро катишься. Огонь же. Блин. Нормально, нормально. Просто сын пол. Ебал, немножко протерся, но это. О, смотри, смотри, как Хитман. Хитман, крадемся. К финишу, блядь, по-моему, мне в печень залетело. Не, ну это простой квест, здесь особо даже сложности не было. Сын даже живой приехал. Я в 2000-х? А, это я, видимо, не один тестил управление здесь. Ларри. Это что такое? Как это управлять? Это будет тяжелый вечер, понять, как этим управлять. Ларри. Ну, короче. Ларри, это будет самый сложный квест, походу, у нас. Давай. Так, управляем на одной стороне, а газу даем на другой. Блять. Нам с тобой. Вот это что за повороты такие? Ларри, встань. Это будет тяжелый день. Есть, есть. Так, Ларри. Вверх. О, ну, препятствие это то, что нам нужно. Ларри. Хьюстон. Теряем управление. Хьюстон. Так. Тяжелый день будет. Кого-то не удивляет то, что Ларри летает на стуле, наверное. У нас Ларри сломался. Будьте осторожны, ребят. Если вы когда-нибудь задумаетесь полетать на кресле, задумайтесь, насколько можно больно удариться. Почему я раньше эту игру не нашел? Я думал, миссия в GTA с вертолетиком сложна. Это просто. Это выглядит просто. На самом деле, ни ради просто. Ларри, Ларри. Савчук. Савчук. Ларри, Ларри. Яма, сворачивайся. Ларри. 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 Что ты делаешь, блядь? Одолели этот сложнейший квест. Ларри, 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 Ларри. Просто он, сука, неуправляемый почти. Как он? По-моему, эту миссию я не пройду. Ларри, соберись, сука. Ну, почти же попал же. Так, ладно, давайте чего-то сделаем. Смена дорожки. Респаун. Смена дорожки. Вот так. Я хочу, короче, перса поменять. А, вот, это наши все дорожки, которые мы с вами играем. Так, о чем мы с вами играли-то? Вот это, да, мы с вами поиграли? Последнее. Нет? Я посмотрю. Наверное, это. Так, а что у нас? Джуниора не хочу, давайте сына. Бля, опять то же самое. Так, давай. Там же можно? Следующий трек. Сейчас мы сразу выберем. Давай. О, нет.
Мне нравится музычка такая бодрящая. Это играли. А вот это, по-моему, мы с вами... Да. Ну что, погнали. Я тут сын насадил. Сын, не переживай. Забор с нами пойдет. Сын может умереть. Блядь, теперь 100%. Тихо. А тут мины были все это долгое время. Я, короче, ни одну мину не наехал, пока катался. Только в конце я на одну из них наехал. Разминировал. За... А, еще мина. Боже ты мой. Сына сбрило, вы видели? Следующий трек. Я думал, куда может быть хуже. Интересный квест, блядь. Слушайте, давай подождем. Мяч же должен прилететь, вроде бы. Блять, а может и не прилетит. Ладно, не будем ждать. Нормально. Просто Вьетнам. Чувствуете, да, вот это вот? Запах напалма. Она не попала. Она не попала. Надо пользоваться моментом. Херь не попала. Так, блядь. Сын, держись. Отлично. Че? А, о, все нормально. Паниковали. Не-не, нормально, нормально. У нас нет воды. Ладно. Делай вид, что так оно и было рассчитано. Так, спринт. Главное, что сына выжил. Давайте назовем его Билли. Чтобы вам было проще ориентироваться. Так, следующий трек. Готов, конечно, готов. Давай еще пили. Блин, мне прям нравится эта веселая сибейка. Так. Ага, я понял. Я понял, что от вас ждать. По-моему, нам надо было наверх. Короче, можно без попчика приехать. Может даже без двух. Идеальное скольжение. А. Короче, надо было развернуться в конце, я понял. Так, разгоняемся. То есть такие, знаете, лайтовые, такие забавные задания. Ты, блядь. Шик замедлится. Сын распидорасился. Да, кстати, в этом ролике ни один Билли не пострадал.
кроме нашего. Я там руку поставил. Чё за бред, блин. Так, ну это было близко с пулой, я мог отрезаться. Слушай, а как мне первый раз получилось? Я же ничего не делал. Просто. А, в конце надо, короче, сальтуган сделать. Как приземлиться, чтобы не... По-моему, сына распиросил. Били. Какого хуя слез? Давайте я проще зареспаунить заново. Управляемая. А как с маленькой девочкой вот эту, блять, апельсина? О, это жесть. Слушайте, блять, какая-то. Так, ну, наверное, в конце не стоит разгоняться. Просто стоит залететь. О, тошно. Так, а здесь сальтуган надо сделать. О, нормально, нормально. Детка, да! Билли жив! Билли будет жить! Ей! Ну, я говорю, если вам зайдет, то давайте Джуниора посмотрим. А это, короче, назад в будущее. Приятно себе даже ждать. Пока я не вижу, что мне что-то угрожало. Видите, как это близко летает все это дерьмо. Да, боженьки мои. Сейчас где надо развернуться. Тоже летающий борт. Не очень управляемый. О, так за него проще всего, смотри, он почти не падает с борда. Ну, ни разу не попала пушка в меня. Изи-бризи, отвечаю, изи-бризи. Так, ну тут типа если фартануло, то ты проезжаешь. Если не фартануло, то именно не проезжаешь. Все же очевидно, блядь. Билли. Зачем ты, мальчик мой? Билли, все в порядке. Билли. Все еще не так плохо, сынок. Поверь мне, с тобой сейчас обоим хуёво. Ладно. Ну. Ой, блядь. Я думаю, все закончилось уже. А, нет. А, ты контрольные точки на вот эту. Почти желтого цвета. Дичь. Как знал, что надо аккуратнее. А здесь? О, как интересно. Какой конкурс интересный здесь. Мне ногу отхуюрило. Боюсь признаться, но я хрен его знает, как это проходить. Ну да ладно, давай. Как мину вот эту не разминировать случайно? Ага.
есть можно, в принципе, было не париться здесь, просто... А, там контрольная точка. Типа, без нее не могли. Во-во-во-во-во, точно. Билли, ты как там, сынок? Ош, 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 ош. Здесь ускорение еще врублено, смотрите. Надо в кустах. Сына вернулся. Конечно, ты был маленький пиздюк. И чё? Да позже хватит пинать моего сына. Мне дорого был. Так, нормально, нормально, нормально. Всё пока ровно. Было. Ах, надо, короче, краешком задеть. Погоди, погоди, надо в щелочку в это залезть. О. По-моему, кого-то потеряли. Билли, сынок. Почему ты молчишь и не отвечаешь? Просто реальная какая-то жесть. Так, ну что, давайте еще одну котеечку. И на сегодня такой пробничек, я думаю, будем заканчивать. А если вам сильно понравилось и вы хотите еще посмотреть на вот эти странные приключения, то я с удовольствием для вас их запишу. Ну или, возможно, сделаем стрим. Ну это уже как хотите, на ваше желание. Потому что это очень странная игра. Там еще... Андрей мне дарил игру, что-то с мотоциклами, какая-то боль тоже. Вот, но я пока и не решился в нее играть. О, гениально. Это было гениальнейшее решение, тормозить колесами. Или... А, можно было типа съесть сверху. Это будет Лобаков. На самом деле игра забавная и доставляет, ну, мало позитивных эмоций. Вот, ну что, ребят, я думаю, на сегодня как пробный вариант мы закончим. Если вам понравилось и вы хотите продолжение, вы знаете, что делать. Ставим лайкосики и пишем свои комментарии по поводу этой игры, что вы думаете и хотели бы увидеть еще. Ну, а у меня на этом все. Всем спасибо большое и до новых встреч. Всем пока-пока!